Всем привет, с вами я, Павлин, добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня, как вы видите, мы снова играем в Россию против зомби русскую версию. Ну, не буду тянуть время, сразу идем в приключения. Уровень 2-3, то есть третий уровень ночи. Ну, не, думаю, такие растения не возьму и как-нибудь еще можно. Давайте вишню и орешек. Хотя он нам сильно тут не пригодится. Так, про музыку не забываем. Насчет, кстати, Mortal Kombat, там видео по нему скоро будут, но там просто сейчас нечего так снимать, там сейчас нет ничего сильно так интересного. Ну, как будет что-нибудь, то снимать буду так. Эх, блин, высадил три ряда. А он идет именно по тому, где их нету. Шанс такой был 2 к 5. То есть 40%. Хотя ловушка в Mortal Kombat от истощения сил срабатывает с этой рядностью 40%. Причем довольно-таки часто. Ну, думаю, одного ряда таких грибочков мне будет хватать. В принципе. Должно хватать. Так, значит, вот этого гриба, дым гриба, вроде бы 4 клетки. Вроде бы. Но это не точно. Сегодня я хочу заснять видосик подлиннее. Ну, чем обычно, чтобы побольше видео. Ну, как бы и побольше отыграем, можно сказать так, следовательно. Так, уже, думаю, грибы высадили. Вот сейчас он должен начать открывать. Да, 4 клетки у него дальность. Ну, не знаю, куда их можно сажать. Пускай пока что так, где растут, там растут. Блин, уже половину уровня прошло, а ни один из грибочков так и не вырос. Из солнца грибов. А, вот что я сказал, один вверх сразу. Так, вот сюда, значит. Вот его я и поджидал. Еще один вверх я слышал, да. Дверь уже видоизменился, но при этом он еще живой. Хотя, да, вот все. Дымогриб делает свое дело. Ну, он атакует сквозь эту дверь. Следовательно... Он может легко так пробивать. Поэтому дымогриб тащит. В принципе, не знаю, есть ли смысл высаживать еще один такой ряд. Но давайте попробуем. Хотя не успеем до конца уровня, но все равно. О, монетка. Еще одна. Ну, кстати, сейчас скорость купим 7-й слот уже. Он нам, думаю, поможет. Хотя сейчас он нам, думаю, сильно ничего не поможет, потому что я и так не знаю, что мне можно взять дополнительного. Ну, эти уровни тоже, можно сказать, легкие. Там уже с бассейна должно начаться более веселые, интересные. Так. И вот надо было именно отсюда и самый ближайший вылезти именно кончиком. Чтобы успокоить такое. Еще и верхний тоже. Не говорю, что еще сейчас нужно успеть съесть. Ну вот и хорошо, что не успел. Этот уровень завершен, и мы получаем могила еда. Так и не знаю, это растение, ну типа гриб или что это.
Могилоед, посадить его на могилу, чтобы уничтожить ее. Слушай, хочешь купить дополнительное место под семена? Выложи 750, зато сможешь выбирать по 7 семян на каждом уровне вместо 6. Что скажешь? Купить место по 7 семян. Ну, давайте купим. Отлично. И, кстати, когда накопишь 5000, я продам тебе 8-е место под семена. Заходь попозже. Заходь попозже. Для 2009 года... Ну, играть в 2009 года. Так. Интересно сделано. Ну, понимаете, что дальше обновления выходили, все равно тоже. Ну, вот могила ед. Теперь есть, теперь будут монетки полегче фармить. Чисто за счет него. Так, сколько там идет? Ой, 6 минут уже идет. Ну и этот еще уровень, как назло, двух вам надо. Ну, ладно. Хотя зомби сразу погребает. Фух, успел. Я уже думал, не успеет. Почему у лопаты из первой части есть анимация движения, а у лопаты из второй части, которая считается более совершенной, нет анимации? Ну, типа, сама лопата есть, но она не двигается. Это мне всегда было интересно. Ой, чуть не выкопал. Надо с этим поосторожнее. Ну все, можно сесть могилу тут, которая нам мешает тут. А, ну ладно. Его я, впрочем-то, и не заметил. Ну, зато могил тут нету, и можно сделать вот так вот. Иначе бы, кто знает, где бы я потом, бы мне пришлось его еще сажать. Ну все, он должен вроде бы его победить. Эту могилу тоже съедаем. Ну и сейчас один-два выстрела, один, да. Урон от его выстрела равняется 20 единицам, как урон от... Ну, впрочем, давайте минус посадим, не просто так же я ее брал. То есть такой же урон, как у грохострел, только от того, что он бесплатный, но на ближней дистанции. Но все равно. Зомби обычно он убить способен. Так. Жалко, тут нет X2 скорости, как и второй части, конечно. Ну, ладно. Для точности вот так. Вот такая вот линия обороны. И вот он все равно, смотрите, подошел и съел. Гад. Ну давайте тащим, да? И сюда. И вернем его на место. Опять. Да ну. Чего они успевают все время съесть? Там же прям. У них лоу хп остается. Ну, впрочем, как у самих растений, которые они едят, но все равно. Ну, очень приятно. Так, ну тут конфлик уже идет. А, показался из-за... Это и показался, что там конфлик идет. Так. Ну вот как раз-таки в большой волне и получили относительно хорошую линию обороны. То есть мне кажется, или вот у этих вот грибов они сидят на разной текстуре. Или я его совсем спрятал. Не, ну смотрите. Они двигают. А, тут не показывает. Ну ладно. Типа, смотрите. У них. Они находятся на разных текстурах. Вот, вот, вон они на разных текстурах. О, монетка. О, еще монетка. О. Реально, я только заметил то, что они находятся на разных текстурах. Хотя сколько я в нее играю, и только заметил. Хотя ладно. Так, еще можно съесть одну. Можно позволить. Ну и вполне остается еще всего две могилы. Там легко. Хорошо, что у него перезарядка быстрая.
Не, он еще тут даже продолжил есть. Несмотря на то, что уже давно умер. Так. Ну вот еще один. Прям съел на свои, на последних минутах жизни. Ой, не знаю, мне так нравится эта игра, так интересно. Все равно, хотя же даже вот когда легкие такие моменты, все равно интересно ведь бывает. Сейчас после этого мы получим. А что мы получаем? А, точно, я все, с вами что мы получаем тут. Сейчас за этот я вспомнил, что мы за этот уровень получим, и дальше будет мини-игра. Интересная. Ой, я не заметил то, что она тут есть в этих уровнях. Ну, ладно. Интересно, что будет, если выкупать растение в момент, когда она до него дотронула шестом? Ладно. Как-нибудь проверю. Насчет мини-игр. Думаю, мини-игры я буду снимать отдельно. Ну, типа отдельно после того, как пройду игру. Сниму все мини-игры, какие тут есть. Вот, сейчас и проверим, кстати. Ну, ладно. Тут, видимо, подтормозил легко. Ну, ладно. Есть ли смысл? Думаю, нету. Ну, зато отличный будет смысл. Хотя бы сейчас не зря я взял. Почему синорех на аватарке на своей нарисован? Ну, не то, что грустным, а нарисован просто нейтральным. А так он что, улыбается. Через что она надеялась перепрыгнуть? Ладно. Скажите. Помню, когда зомби с дверью получал урон, если он что-то начинал есть. А сейчас уже нет. Ну да, вот альманах мы получили. Что-то подлагивает легко. Альманах садовода. Сельский альманах. Содержит описание всех растений и зомби, которые вам встретились. Сельский альманах. Содержание. Ну, я думаю, буду читать это в отдельном видео. Покажу. Думаю, скорее всего, в следующем видео отдельно будет. Что-то подлагивает так. Да, вот. Подлагивает что-то. Ну, ладно. В следующем видео, думаю, приходилось играть в игру под названием «Зомбобой». Это как бить кротов. Этих мелких проклятых грызунов, которые прорывают яму прямо у тебя на газоне. Вот точно так же. Только вместо кротов зомби. А вместо лопаты кувалда. И вон руки трясутся так, и тоже подлагивает. И вместо меня ты. Подставил, блин. Музыка такая веселая. Еще не подлагивает больше. Так, я думаю, то, что я лучше перезайду, а то что-то подлагивает. Ну вот, я тут, продолжаем. Ну да, вот вроде бы. Все, не подлагивает так сильно. Хотя все равно подлагивает, поэтому думаю, лучше видео пораньше закончить, чем хотелось. Хотел 4 уровня отыграть, ну ладно, отыграю 1. Ой, отыграю тогда 3. Ну, этот завершу и думаю, все, тогда уж лучше. Ну, слушайте, я знаю, что я не один такой, который все время, чисто от того, чтобы получить монеты, всегда использует на таких уровнях только могилы еды. Даже если зомби уже остались, и тебе выпала награда, какая именно, говорить не буду, но просто есть у тех, которые смотрят, не играя еще. Которые не играли еще в игру эту. Хотя вот все, начинал подлагивать снова. Так. И солнышек нафармили. О, все, уже пошел конусоголовый.
для которого надо два удара. Так. Ну, впрочем-то, этот уровень быстрый все-таки. В принципе, мог успеть пройти еще один, но из-за лагов, думаю, лучше не надо, конечно. Но все же хочется попробовать, думаю, рискну. Если что, уровень просто перезапущу. Зарелорю. Ай. Что-то как-то вдруголовый еще даже не появляется. А, вот все. Пускай идет. Я пока что монетку нафармлю так. На нем. Ну, причем пока что он доест. Мы забираем гипногриф. У вас новое решение. Гипногриф. Зомби начинает сражаться за вас. Далее. Давайте сейчас выйду в главное меню. Ну, в общем, лаги вроде бы прекратились. Да, вот что есть. Лаги вроде бы прекратились. Поэтому можно играть дальше. Все-таки 4 уровня отыграю. Хочу отыграть все-таки. Так, так, давайте так попробуем. Так, давайте тут будет одна волна. Ну, желательно бы одна волна. Чтобы времени чуть меньше тратить. Все же. Ой, я забыл, что они по 25. Вот, сам тут есть. А за музыку в игре авторские права не дают. Насчет этого вот что-то я просто не знаю. Блин, он пошел там, где стоят 3 могилы. Защитился, блин. Подумал об этом. Умный. Ламбяк. Ну, давайте вот так вот. Так. Все-таки буду усаживать по 2 ряда солнца грибов. Да, по 2 ряда буду усаживать. Так. Ну, можно могилу эту съесть. Могу позволить. Да, пока что гриб был на перезарядке. И тем более нужны же под сбор грибы новые места. Так. Зря я все-таки могилу не могил. Надо было подумать о том, что может пойти такой зомби. Слушай, чего? Ты так рано идешь? А ну-ка нет, стой, подожди. Ладно, дайте ему побежать нормально. Лучшее средство против такого зомби — это переманить его на свою сторону. Эх, и он никого по пути даже не встретит. Забив отменяется у зомби. Эх, жалко. А против чего это я расслабился? Тут могил еще много. Нифигища. Да и оборона тут не сильно хорошая. Поставил, блин, 2 ряда солнца грибов. А сильно больше толку не стало. Что от одного, что от двух.
Ну вот, уже большая волна зомби. То есть, две могилы все-таки я так и не съел. Ну не я не съел, а он. И да, зомби успел вылезти. Ну, хотя бы тут будет встретить обычного зомби с таким. Ой, еще и тут пусто. И тут. Блин, посадил, называется, два ряда солнца грибов. Оставил в итоге все без защиты. Набил. Ну и вот еще один. Это уже трусогриб. Трусогриб. Дальнобойный стрелок, который прячется при приближении врага. Далее. Ну и тут пока что никого нового нету. Сколько запись идет? Ну, все-таки думаю, на этом уже заканчивать буду. Ну, пожелаю на этом вам всем удачи. Всем пока.